Пришло время для очередного отчета уровней поддержки и сопротивления. Я Шанет Маклоклин, и давайте посмотрим, как их сегодня определил наш набор индикаторов. В последнее время движение курса пары евро-доллар было ограниченным. Курс торгуется в диапазоне между R1.1.31.50 и S1.1.31.20. R2 – это 10-дневная скользящая средняя, которая имеет 15 подтверждений. R3 подкреплена 20-дневной скользящей средней и еще тремя индикаторами. Нижайшая линия сопротивления подтверждается значением 7 индикаторов. S1 имеет 13 подтверждений, включая нижнюю линию ценового канала и трехмесячный минимум. S2 подтверждается нижней границей диапазона Боллинджера, годовым минимумом и еще тремя индикаторами. S3 подкреплена только психологическим уровнем. Переходим к фунту. После вчерашнего повышения курс находится ниже R1.1.65 и выше S1.1.64.50. R2 имеет 6 подтверждений, среди которых и трехмесячный минимум. R3 – это 20-дневная скользящая средняя, которая имеет 3 подтверждения. Нижайшая линия сопротивления подкреплена только психологическим уровнем. S1 подтверждается нижней границей диапазона Боллинджера, нижней линии ценового канала, полугодовым минимумом и еще двумя индикаторами. Две остальные линии поддержки имеет по одному подтверждению каждая. Курс пары доллар-иена достиг новых максимальных отметок и сейчас находится между R1.105.30 и S1.104.90. R1 подтверждается верхней линией ценового канала, четырехгодовым максимумом и еще тремя индикаторами. R2 имеет два подтверждения. Наивысшая линия сопротивления подкреплена только одним индикатором. Располагаясь рядом с 10-дневной скользящей средней, S3 имеет 12 подтверждений. S2 – это полугодовой максимум, который подтверждается значением 10 индикаторов. S1 подкреплена тремя индикаторами. Курс пары доллар-швейцарский франк имеет ближайшие уровни 0.9210 сопротивления и 0.9180 поддержки. R1 имеет 8 подтверждений, среди которых верхняя граница диапазона Боллинджера и верхняя линия ценового канала. R2 имеет 3 подтверждения. R3 подкреплена двумя индикаторами. Располагаясь рядом с полугодовым максимумом, S1 имеет 15 подтверждений. S2 подкреплена 11 индикаторами. S3 – это 20-дневная скользящая средняя, которая имеет 6 подтверждений. На этом очередной отчет уровней поддержки и сопротивления подошел к концу. Смотрите завтра свежий обзор ключевых цен. Всего доброго.